はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ニキータです。ロシアは3月8日は国際婦人デーで休日です。女性の皆さん、おめでとうございます。と言っても、これはですね、旧共産圏の祝日ですので、日本ではあまり馴染みがないかと思います。まあ、ロシアではですね、女性が強いので、この日は大晦日、クリスマスに匹敵するほど重要な日でして、前日の7日、そして当日の8日は、花屋さんも稼ぎ時で女性にプレゼントするために、花屋に足を運ぶ男性をカモにして、花束の値段が急騰します。値段が4、5倍っていうのはもうザラですね。でも女性のためです。男性は耐え難きを耐え、文句は言いません。ということで、今回は女性に笑っていただこうと、ロシアのお笑いをお伝えしたく思います。笑いのツボっていうのは国によって異なりますので、受けるか受けないか正直わかりませんが、まずはロシアのお笑いはこんな感じということを知っていただければ幸いです。実はですね、翻訳をつけて3本ほど用意してたんですが、そのうちの2本がですね、ブロックされてしまいましたので、大変申し訳ありませんが、1本だけお送りすることにいたします。いやー、怖いですね。こんなブロックされるとは思いませんでした。ほぼ1日かけて訳したんですが、すべて水の泡です。ということで、すいませんが、1本だけお送りいたします。はい、では気を取り直して行かしてもらいます。ロシアで最も有名なコメディアンの一人、エフゲーニー・ペトロシアンさんをご紹介したく思います。エフゲーニー・ペトロシアンさんは1945年の生まれで、現在77歳。アゼルバイジャン・バクーのお生まれですが、お父さんはアルメニア人、お母さんはユダヤ人ですので、アゼルバイジャン人ではないようですね。7、8歳の時ですね、いとこのお兄ちゃんにお笑いのユーモア劇場に連れて行かれて感銘を受け、それがユーモアの道を目指すきっかけとなったようです。16歳の時に俳優になるためにモスクワに引っ越し、それからバラエティアートを極めていったそうです。表情が非常に豊かでですね、その間とですね、表情だけでも会場を沸かせることのできる人です。ソ連時代の1970年代後半からテレビ出演を開始し、お茶の間を沸かせてきました。ロシアとなった90年代にも名誉賞を国からもらってますが、現在もまだテレビ番組に出演されているという驚きのパワーです。今回のビデオでは彼の独演をお届けします。ロシア語ではモノロークと言うんですが、まあモノロークですね。日本で言えばスタンディング形式の漫談といったとこでしょうか。このモノロークはですね、ロシアでは一般的なお笑いのスタイルです。今回は女性に関するモノロークで、タイトルは女性は不思議です。ではご覧ください。женщины очень странные. Очень. Недавно жена мне говорит:Я иду за кормом для собаки. Тебе что-нибудь купить? Такие странные. С прибамбасами, ей-богу. Недавно звонит подруга жены. Может, я к тебе приведу своего мужа? А то меня пригласили на день рождения, а я там при нем не расслаблюсь.Я говорю, а что я жене скажу? Не надо ей ничего говорить, она идет со мной. Дочка тоже недавно выдала. Папа, я беременна, вот список подозреваемых. Такой заворачивает, лысина дыбом встает. Теще говорю, мама, что-то вы сегодня плохо выглядите.Она говорит, даже не надейся. Ну, а кто надеется? Я уже давно не надеюсь. Очень странно. Недавно жена говорит, меня по телефону никто не спрашивал. Я говорю, никто. И что он сказал?А недавно просто признался. Говорит, телевизор по пьянке смотреть, оказывается, так прикольно. Заснул на Киркорова и проснулся на Петросяне. Своя логика. Какие-то свои прибамбасы. С одной женщиной сажусь в лифт, говорю, мне на 14-е. Она говорит, я согласна.Чем она согласна вообще?
одна спрашивает, который час? Я говорю, 11:30. Это 6, что ли? Где у нее какая стрелка вообще? Одной женщине на рынке говорю, 3 дня назад купил у вас куртку, сегодня она уже по швам разошлась. Не может быть, мой муж эту куртку 3 года носил, и хоть бы хны. Говорю одной женщине у нас во дворе, она с собакой гуляла, уберите от меня вашу собаку, по мне уже блохи скачут. Шарик, отойди от дяди, у него блохи. Своя логика, не внутри этой логики. Что-то думает, что-то. И при этом моя часто повторяет. Люблю, когда муж рядом. Рядом, я сказала. Предвидеть невозможно, что они скажут. Ни один мужчина не догадается. Извините, говорит одна женщина другой, но вы сели на мой веер. Ну что можно ответить на такую претензию? Вы сели на мой веер. Ну, извините, да? Извините, пожалуйста, можно сказать. Нет, так говорит. А тот я чувствую, что снизу дует. Или вот такая душераздирающая история. Молодая жена звонит своей маме. Мама, у нас такой скандал разыгрался. Я в ужасе. Спокойно, дочка. В каждой семье возникают первые споры, скандалы, конфликты. Да это я все знаю. А с трупом-то что делать? Для чего нужны мужчины? Спросили у женщины. Для грязи, воскликнула женщина-чистюля. Для безделья, воскликнула женщина-бизнесмен. Ну, много всяких вариантов было. Для любви и только для любви, воскликнула старая дева. Вот, логика. С женщинами всегда так. Пристаешь – нахал, не пристаешь – придурок. Женщины, как мы без вас, так вы без нас. Вот что я скажу.以上ですが、どうでしたでしょうか。まだ少しお若い頃の動画ですが、絶妙な間と表情、さすがですよね。日本で例えれば、なんとなく綾小路きみまろさんっぽいと思うんですが、皆さんどうお考えでしょうか。というわけで、今回は女性の日に笑いを提供するということで、ロシアのお笑いネタをお届けいたしました。お笑いっていうのは文化に根付いてますので、国が変われば笑いも変わり、結構難しい分野だと思いますが、今回ご紹介したネタは意外と世界に通じる笑いかなと思ってチョイスしてみました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネルのご登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。